Всем привет, всем привет, с вами Шмега. Вы на канале Шмега, и сегодня поиграем в игру под названием Rise of Industry. В переводе как в переводе? Подъем индустрии. Короче, промышленность, да? Значит, я немножко поиграл в обучалку только, чтобы понимать, что тут делать. И в целом это похоже на Транспорт Тикун, который выходил там в 90 каком-то году. И, да, давайте, я нажал... Что я нажал? Сценарий или компания, как так называется? Неважно. Приветствуем в Rise of Industry. Давайте начнем с размещения штаб квартиры. Вы можете разместить ее в любом месте, и это даст полное разрешение в регионе, в котором она размещена. Вы можете отключить эти подсказки в меню строк интерфейса. Нет, я подсказки отключать не буду, потому что я Kill Devil Hills. По идее, как и в Транспорт Тикуне, в принципе, нам нужно выбрать с вами регион, в котором будем, где будем с вами заниматься, собственно говоря, добычей чего-либо. Вот я вот и не знаю. В принципе, тут не видно пока угля. Я не вижу угля, не вижу каких-то таких прикольных каких-нибудь... Вот это нефть, я так подозреваю, да, Джеффри? Джеффри. Здесь только лес. Может быть, в лесу будет какие-нибудь прикольные ископаемые или не будут, не знаю. Короче, ладно, давайте мы или Джеймс Спрингс сделаем. Да, давай я Джеймс Спрингс сделаю, можно? Так, чтобы разместить, нам нужно вот так сделать, да? Не забывайте, что это игра-симулятор промышленного производства. Постарайтесь узнать потребности города, прежде чем начать производить продукты, которые могут оказаться никому не нужными и не будут продаваться. Нажмите на различные населенные пункты, чтобы посмотреть, какие магазины в них есть. Значит, магазины в городе. Магазин хозтоваров, фермерский рынок и строительные товары. Застой. Общее население 200 тысяч. Примерно. Все населенные пункты имеют список необходимых продуктов и будут размещать производство здания, чтобы выпускать продукты. При желании вы можете купить эти здания и заняться производством. Доступные в ресурсы, смотри, нефть, песок, медь, древесина, газ и вода. Так, ну, я предлагаю, знаешь, что сделать? Значит, воду сделаем. Так, тут нужно, короче, воду сделать где-нибудь. Вот здесь я могу воду, например, сделать. Так, насколько я помню, приемщики, мы можем делать водную станцию, типа, да, вот так. Это вот так. Так, так, давай развернем мы ее вот так вот, да? По красоте так будет. И мы должны вот эти штучки разместить с вами. Правильно? Да, правильно. Раз. И два. Еще одну можно. Все, да? Значит, водная станция. Время урожая 10 дней. Сборщики размещены, сознание загрязнений в ноль. То есть тут еще... Но нам нужно построить с вами дороженцию. Правильно я понимаю? Так, чтобы соединить дороги дорожные. А насколько я понял... Дорожное сообщение здесь, в принципе, очень важно. Я просто... Будьте осторожны, когда прокладывать дороги через железнодорожные пути, потому что все секции дорог должны быть соединены. Хорошо. Так, подожди. Да, мы сделали это. И теперь мы можем еще древесину. Давай сделаем древесину немножко. Склад песка. Подожди, водяная причал. Нет, это значит не фермы, а фабрики. Еще комбинация. Вообще. Так, склад-то понятно. Нет, подожди. А где склад леса? Склад леса, да? Так. Короче, как-то так, не знаю. Так. Теперь дорога сюда. Типа вот так можно, да, сделать? Так, теперь дорогу вот сюда я могу провести? Да, могу. Так, и теперь, по-моему, для... эти мегазаводы используют для производства продуктов на последних этапах игры. Для их работы требуется немного количества ресурсов. Когда вы продадите их продукт, вы выиграете. Да? Не понял. Значит, мы сделали... Теперь мне нужен склад сделать. Да? А, например, где-то здесь.
Вот здесь будет склад, можно? Да? Вот здесь. Так вот, склад, да? Разместив склад, теперь вы можете захотеть сменить его автоматические настройки, поэтому переходите на флаги поступления, отгрузки, отключить некоторые цели, или вы хотите собрать все ресурсы поблизости, отправитесь готовый продукт в магазин. Это можно сделать на вкладке направления. Сейчас, подожди, запросить проводку. А что мы можем? Что мы можем? Как тут это делать? Я не понимаю. Выбрать направление. Подожди. Сырьевые ресурсы. Древесина. Магазины. Да, я же могу так делать или не могу? Древесину. А, это у нас получается... Какой быстрее, да? Так, ну ладно, давай пока так. Подожди, а нам нужен же еще этот склад этих. Да, я понял. Так, подожди. А что еще тут мы можем делать? Строительные товары. Больше продуктов, больший выбор. Здесь вы можете посмотреть, что нужно населенному пункту и сколько он готов за это не сбывать, что продажа товаров по цене 100% означает очень низкую прибыль. Поэтому стараюсь продавать можно дороже. Заброшенные... Ой. А, так, а им древесина-то не нужна, оказывается. А нет, нужно. Песок еще им нужен, да? Вода. А, это нефть. То есть мы можем еще, подожди, мы можем ферму, мы можем строить ферму? Не можем, так. Фабрики тоже пока не можем. Так, подожди. Железный рудник, водяная скважина, водяная станция, причал рыбака, нефтяная вышка на... На вышку железный рудник. Подожди, но у нас нету здесь песка и железного рудника. Вот здесь есть нефть, например. Мы можем нефть сюда, в принципе, поставить. А это его территория? Да, это его территория. Я здесь могу. Можно нефтяную вышку построить? Честно. Нужно строить на незаблокированных клетках. А это типа заблокированные клетки? Нет, подожди, тогда не так. Нужно строить на берегу. Ага, так. Если мы вот так вот фиг... Здесь разместить нельзя. Понятно, короче, да? С нефтью нам пока ничего не понятно. Ладно. Так, подожди, у нас есть склад, у нас есть вот эта вот дорога. Мы если вот так дорогу сюда приведем, что-нибудь изменится или нет? Я просто что-то обучалку-то прошел, но что-то особо не помню, что там нужно делать. Фермы я пока не могу, да, строить. Фабрики тоже, инфраструктуру только склад, загрязнение. Заводы. А, подожди, я же могу тут, знаешь, что? Технологии мне нужно изучить. Водяной насос... Тесто, мука, пшеничное поле, поле с овощами, ягоды, хмель, картофель, оливки. Так, давай-ка оливки сделаем. Оливковое масло. И овощной... Вот так я могу, да? А, я же могу, там базовая доставка, да? Стоянка грузовиков. Ячейки направлений. Так, подожди, поля и сборщики. Посевных поля, два садовых поля. Слушай, ну тут нужно прям так, прям очень сильно, короче, понимать, что надо делать. Так, если хотите, вы можете добавить несколько раз блокировать в очередь, чтобы быстрее прожать непрерывно. Так, значит, мы можем теперь фабрики делать, правильно? Пищекомбинат, например, и фермы делать. Да, фруктовый сад и посевная ферма. Так, посевную ферму мы здесь сделаем, верно, да? Так, посевная ферма. Тяжелая промышленность. Выберите склады на склад. Туда, да? Да, давай туда. Сделали. На склад мы отправили. Так. Подожди, а мне же еще нужно сейчас ферму и фруктовый сад. Давай посевную ферму мы сделали. Давай теперь фруктовый сад. Да? Так, фруктовый сад где-нибудь сюда, да? Блин, плохо.
Так, выбрать направление. Давай на склад. Или в магазин сразу. Не, давай на склад. Давай на склад. Так, теперь подожди. Теперь мне нужно выбрать же... Пищекомбинат. Пищекомбинат еще. Да ну ладно, давай. Пищекомбинат. Давай вот сюда. Пищекомбинат. Пищекомбинат, просто пищекомбинат, да? Так, и что? И теперь стоянку этих не могу я. Мне же нужна стоянка грузовиков. А я не сделал стоянку грузовиков, подожди. Где эта штука? Дерево технологий. Инфраструктура, базовая, базовая доставка, да. Почему я не сделал? В очереди. А сейчас... А, суп. Не, давай не суп, давай вот тебя, стоянка, да. Сколько осталось? 120 дней? По затратному исследованию 400к. Мы ждем, пока оно через сколько-то времени, короче, нам откроется. Так, движения, короче, на склад пока нету. Да? А как они будут? Ну ладно. Я же могу вот так сделать, правильно? Все типа сделано, да? Нет. А это соединение у нас с городом, да? А что здесь вам нужно, подожди? Магазин хозтоваров. Нет, вот так, давай откроем. Магазин хозтоваров у них есть и фермерский рынок. Запрошенный товар, хмель и овощи. Да? Хмель и овощи у нас есть, в принципе, да? Так, а здесь что у нас, подожди? Магазин фермерский рынок. А здесь им нужны ягоды и яблоки, да? А овощи сюда не нужны. То есть мы, в принципе, мы можем сделать перевозку продукта. Продукты с фермы. Овощи. Блин, ничего не понимаю, ну ладно. Овощи сюда везутся, да? Что еще? И оливки пусть сюда свезутся. Короче, пока ничего не понимаю. Пока ни черта не понимаю, что надо сделать, потому что да. Мы можем ускорять процесс, правильно? При обычной скорости один игровой день длится 7,5 реального времени. В месяц 13 игровых до 12. Можно ускорять время с помощью кнопок. Это что, это мы типа в минус все работаем, да? Штаб-квартиры, типа, да, в минус фигачится. Подожди, на склад-то. А тут можно же еще было, по-моему, типа... А, хранить до... Вот, до скольки... Да, давай до 10 единиц. Так. Я могу уже делать стоянку грузовиков? Да, не могу. А медь же мне нужно где-то, чтобы знать, где медь, да? Как медь? А вот медь. Это медь? Да ладно. Это медь, смотри. Давай тогда медь. Разочек. Хорош. Медный рудник. А медный рудник, наверное, с загрязнением будет, да? Работать. Ну да. Наверное, не знаю. Вот медь. Медь вот так выглядит. И медь. Ну, и написано медь. А это написано камень или нет? Написано, да? Так. Я вот пока не понимаю, короче, что дальше делать. Нам нужно как-то со склада возить на склады. Ну не на... Кожа, кукожа, песок, каучук им нужен и хлопок. У меня такого нету. Подожди, а здесь магазин хозтоваров. Блин, так далеко возить, да, магазин хозтоваров. Им нужно дерево и... А вот я могу вот сюда к вам дерево возить? Это структурный список всех рецептов в игре. При нажатии на продукте, на фильтр, боковой панели или на инвентаре открывается его рецепт. Так. Ничего не понимаю, ну ладно. Им еще нужен газ. Медь никому, типа, что ли, не нужна? Камон. Фермерский... картошка, яблоки. Что за бред? А, я в минус уже ушел, прикольно. Так, подожди. Дерево технологий. А сколько еще время исследований? Еще 87 дней. Ёпти. Так это ж... Это может, слушай, нужно было запускать сразу. Так, запросить перевозку продукта. А что у меня еще есть? Продукты с ферм. Прототип. А что у меня еще есть? Сырьевые ресурсы, например, да? Древесину. Я могу сюда древесину фигачить? Ага, могу. Так, а еще могу медь сюда зафигачить, правильно?
Так, да? То есть, а подожди. Сюда я могу или не могу? Как сделать так, чтобы, типа, мне перевозить в город? Так, не очень понимаю. А, вот здесь видно сколько. Магазин? Магазин. Целевое закрепить панель, свернуть, закрыть панель. Короче, я не знаю, как это делать. Так, ждем тогда стоянку грузовиков, потому что с помощью стоянки грузовиков можно что-то делать, не знаю. Посемная ферма. Овощи растут. Вроде как, нет. Оливки вроде тоже растут. Оливковое масло 25 дней. Ждем, ну, ждем эту штуку. А что делать? Количество на складе 15. 15 меди, типа, да? Но видишь, мы не перевозим это никуда. Он здесь сохраняется. А он здесь как бы копится и копится эта медь. Потому что у нас нету. Количество на складе 0. Почему? Ну ладно. 27 воды у нас, например, да, есть. Овощей нету. Подожди. Вы можете посмотреть, что получает управлять склады, перейдя на вкладку поступления от груза. Оп, стоп. Red Alert, это что такое? Исследование завершено, стоянка. А, угу. Так. Теперь, подожди, теперь мы можем, типа, делать инфраструктуру. Стоянка грузовиков, например, да? Вот так вот мы, типа, сделаем. Да? И... Стоянку грузовиков мы с вами сделали, правильно? Что там-то? Торговые склады используют грузовики для перевозки продуктов по карте. Торговые грузовики больше обычно ездят медленнее других торговых машин. Издание нужно расположить рядом со складом, чтобы размещать запрос на его вкладке. Так, на вкладке... А, вот, направление. Магазин хозтоваров. Магазин хозтоваров. Это убрать. Выбрать направление. Сырьевой ресурс. Например... А, подожди, а что у меня есть на складе-то? Я что-то не понимаю. Входящие продукты, исходящие. Запрос. Не понимаю. У меня, типа, у меня ни черта нету, что ли? Или что? Направление. Продукты с фермы. Хорошо, давай овощи. Выбрать направление. Куда? Магазины. Хорошо, давай туда. Будет ездить или не будет ездить? Не знаю. Что я еще могу с фермы? У меня медь еще есть. Сырьевой ресурс. Медь. Куда я могу медь? Магазины никуда. Государство. Вот туда могу. Государство. Не знаю, не понимаю вообще, что где происходит. Грузовики-то чё и чё? Нет продуктов на складе. Вместимость еще и вместимость. Анализ. Какого анализа? Тихо. Вот. Склад местного назначения полный водяной насос. Склад местного назначения полный сборщик на складе леса. Склад заполнен. Склад заполнен. Так, а подожди, а как теперь? Выбрать направление тебе. На ферму, например. Да? Выбрать направление сюда. Можно же так сделать. И склады. Государство, государство и вот так. Все? Это будет работать так или нет? Или не будет? А, да, будет. Они уходят. А, вот они все поехали. Смотри, смотри, смотри. Вот, все, да, ушло. Так, понял. Что там у нас? Алерт. Не удается достичь местного назначения. Водная станция. В смысле? Это что за бред? Как так? А, проблема с дорогами? Да ладно. Так, хорошо. Сейчас мы тогда сделаем не так. Смотри. Да, проблема с дорогами началась у нас небольшая. Мы делаем следующее. Тихо. 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 Разок. 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 Да? Разок, разок. Разок, разок. Разок. Так. Угу. Погнали. Что будет происходить? Чего? Почему? Че ты врешь-то мне? Почему не... Почему? Продакшн алерт. Блин, ну у меня все, короче, по жопе пошло, я понял. Так, 40, мне нужны направления. Выбрать направление, быстро.
Склады. Склад, раз. Государство, два. И склад, вот так давай. Так, что еще? Тихо, что там? В смысле? Почему? Вот он же достигает, или нет? Или я что-то туплю? Он с медью поехал, ну. Это с воды поехало, нет? Подожди, вот тут у нас еще есть, подожди. Так, на мы иди... А, мы на склад. Мы можем на склад, и мы можем сразу в магазин фигачить, правильно? Расстояние 270 клеток, давай. Так. Пока никакого плюса мы не получаем, да? Минус 138. То есть мы в минус пока работаем. Это плохо. Это очень плохо. Мы один на склад, и второй давай сразу в магазины, которые быстрее, которые вот сюда. Так. Медь и все это. А, склад леса теперь мне нужно. Да, выбрать направление. Во-первых, значит, мы на склад возим, да? Второе направление. Выбираю направление, значит, магазины. Значит, сюда в магазин хозтоваров. И еще магазин сюда. Все, погнали, да? Все работает. Так, здесь что у нас? Все нормально. Стоянка грузовиков. Это вообще не понимаю, пока не работает. Чего такое? Что такое? Почему не удается-то? Что такое? Объясните мне, пожалуйста. Почему не удается? Так, давай ускорим пока. Мне кажется, он не... Так, ну мы то в плюсе... Мы немножко в плюсе, немножко в минусе, да? Нет, мы в большом минусе. Подожди, может быть... А как... Склад номер один. Маг-запас вместе направления. Я понял. Тогда убираем. Это направление. Так, а здесь у нас что? Да уйди ты нах. Так, а здесь-то у нас что? Да ё-моё, закройтесь все. Откройтесь теперь. Склад 1. А почему не удается достичь места направления склад 1? Вот же. Прошу он, нет? Они куда-то все мимо, видишь, едут, а на склад типа не хотят сюда подъезжать. Почему? Может быть какая-то... Все, я понял, я тупорылый мудак. Потому что вот почему, дорога. Нет. Вот так. Вот. Но я бы лучше построить одна рукой, в смысле, ну ты понял, да? А вот сейчас, если, ну-ка. Они заезжают на склад и должны выехать вот отсюда. Правильно или неправильно? 37, нормально, мы бабосиков поимели. Все пошло. Все нормально, ребят, все нормально. Так, а здесь что у нас? Исследование завершено. Ну, так это мы сделали. Подождите. Так, мы в плюсе уже, смотри, мы уже в плюсе. Вот это мне нравится, вот это хорошо. То есть мы... Скорее всего, мы как-то галимо все делаем, но... подожди, инфраструктура мне нужна. Нет, первый компьютер, не первый компьютер. Мне нужен не прототип автомобиля. Как это называется? Скот напитки. Напитки, фигитки, ягоды можно открыть, да? 60 дней. А мне нужна дорога. Как называется дорога? Поля и сборщики. Дорога. Городские дороги, а дорога с односторонним движением. Все, теперь мы ждем. Просто ждем пока. Ну, мы в минусе пока, но пока, может быть, и не в минусе. Мы в плюсе будем когда-нибудь? Нет, не будем. Минус 60, минус 50, все плохо. Ягоды. А мы ягоды еще делаем. Это отвратительно. Это ужасно. Стоп. Со склада что-то увозится или нет? Со склада что-нибудь увозится? То есть, почему он не пишет, что мне приходит, что уходит запросы, направления? Что такое? Шотца. Ранение. Анализ. Ну, короче, не знаю, ребят, пока.
То ли я все правильно делаю, то ли не все правильно делаю. Но это все-таки первый смотр игры. Первый смотр игры. И, соответственно, ну вот видишь, где-то где-то плюс есть, где-то минус. Все в минус, но где-то плюс. Это, конечно, отвратительно. Это, конечно, отвратительно. А давай-ка посмотрим, мы, может быть, еще что-нибудь можем сделать, приемчики. А как вообще посмотреть? Подожди. Государство, мировой рынок, маршруты и инфраструктуры. После размещения торгового склада, возле склада вы можете начинать создавать торговые пути, чтобы переводить продукты по карте. Запрос создают в складах. Но вы можете управлять ими с помощью и этой панели. Склады недоступны. Почему? Склады не до... Почему склады-то недоступны? Ничего не понимаю. Ладно, подожди, обзор магазина. Непонятно ни черта. Книга рецептов. Обзор производства. Ну-ка. У меня вода и древесина в минус. Медь вообще охеренно дает, да? Так, а с фермы? На этой панели можно просматривать статистику производимой вами продукции, эффективность ее производства, скорость ее потребления и ее стоимость. А, да короче, я только на меди могу зарабатывать и все. Подожди, а как это сделать? Значит, мне... Я только на меди зарабатываю, да? Так, ладно, погнали. Я только на меди могу... Что такое реклама? Продавец... Так, стоп. Процентная ставка по новым кредитам снижена с 45% на 14 месяцев. Продавец, текущая ставка... А что, зачем? Мне не нужно... Или нужно? Нужно? Ну давай. Хорошо. Геймплей... СТП. Рекламная кампания активирована в городской центре. Победа на аукционе. Так. Все хорошо это или нет? Или плохо? Исследование завершено. Ягода. Теперь мы дорогу... Дорогу ждем. И давай ягоды сделаем. Ягоды разместим где-нибудь вот здесь, да? Или нет? Или все-таки вот в этом направлении будем ягоды фигачить? Надо, знаешь что? Надо, чтобы движение было как бы... Нет, давай здесь ягоды зафигачим. Ой, извиняюсь. Что-то как-то, да, немножко... Немножко. Так. Плантация это называется, да? Плантация это называется. Мы, в принципе, здесь можем у склада где-нибудь фигачить, да? Или нет, как ты думаешь? Смотри, здесь дорогу проделаем, и все, и нормас. Раз-раз, нормас. Или нет? Или лучше не делать так? Или вообще пофиг. Так, ну ладно, давай, короче, вот так разместим как-нибудь. Как-нибудь. Вот, ну давай вот здесь вот так. Так, вот так. О нет, похоже, одно из зданий может достичь своей цели. Следует проверить дороги вокруг него. Возможно, их соединение сделано неправильно. Ну да, спасибо. Так, пока грунтовочку сделаем. Сюда. И все. Правильно? Правильно. В смысле, почему? Что за бред? Я же сделал. А, все. Так. Здесь нужно одностороннее движение. Ой, ёптель, а чё я так попал-то на бабки-то нормально так, да? Стоп! Склад в досягаемости. Так, хранение, не хранение. Так, подожди, а что я еще могу? Направление. А я же еще могу направление сделать, нет? Или только со склада теперь могу сделать? Направление, подожди. Ячейки, подожди. Запрос, да. Нет, это не виноград, это у нас что? У нас ягоды. Блин, я что-то не очень понимаю, как со склада-то теперь? Ячейки на направлении. Ну, короче, ладно. Типа, он просто на склад возит мне ягоды, и я не могу с ягод... А что здесь сюда привозится-то? Еще не понимаю. Ну, ладно. Храни, я храню 12 оливок, зачем? Ничего не понимаю. Стоп. Скорость 1. О, смотри, я из минуса 900 вышел нормально в плюс. Почти что, да?
нет продуктов на складе. Почему? Сюда я должен, типа, возить или как? Ёптель-моптель, ни хера не понимаю. Что-то я не то, короче, делаю, да, похоже, или то. Не, ну ладно, я, короче, пока минус 48, пока. У меня что, дорога с односторонним пока еще тут? Да? Но... Ну, короче, ладно, короче, погнали дальше. Я не понял, как ягоды, короче, куда теперь фигачить ягоды. Мне, может быть, еще нужен один... Подожди, а давай-ка, знаешь, что мы сделаем? Еще один сделаем. Вот так мы сделаем. И вот так мы сделаем. Нет продуктов на складе. Грузовиков отправлен. А почему? Я не понимаю, почему ноль-то? Я что-то про это пропустил, видимо, да? Про как делать грузовичков этот ссаный, да? Все. Нет продуктов на складе. Хорошо. Магазин ходит фермерский рынок. Подожди, государство. Подожди, вот давай государство уберем. Ресурс. Продукты с фермы. Давай ягоды. Выбрать направление. Приемщики. У меня нет складов. Магазины только могу. Как сделать-то эти грузовики, я не понимаю. Или это уже, типа, блин, ну, короче, я хз, ребят. Не понимаю, а... Что значит нет продуктов на... Если я удалю, короче, стоянку, подожди, а можно как удалить? Если я снесу все это говно, что будет? Типа, ничего не изменится. Если ничего не изменится, значит, я что-то не так делаю. Правильно? Я в плюсе пока, но потому что я снес это говно. А ничего не изменяется, да? То есть, типа, пока. А, да, ничего не изменяется. То есть, я неправильно сделаю как-то стоянку грузовиков эту как-то. Почему-то. Почему? Не знаю. А, подожди, ну сейчас мы сделаем эту. Оп, стоп. Так, теперь мы, значит, сносямбу. А, я не могу пока сносямбу, да? Тихо. Теперь могу сносямбу делать. Так, сносямбу. Вот так вот, все. Погнали. Теперь все четко вообще должно быть. Да, все четко. Четко. Теперь вопрос. Как сделать теперь с... Стоянка грузовиков с помощью запросов инфраструктуры использует грузовики для перемещения продуктов из складов на дальнее расстояние по дорогам на карте. Что? То есть, окей, если я делаю здесь, смотри... Значит, стоянку грузовиков вот здесь, да? Что значит нет продуктов на складе? Что не понимаю. Сырьевые. А, так. Вода. Короче, не, я не понимаю, что... Так что, вот на этой стоянке грузовиков нету ни хрена. Она еще требует денег. Короче, я пока не понимаю, что надо делать. Пока не понимаю, что надо делать. Так, что у нас? Значит, у нас еще есть медный рудник. Может быть, еще один медный рудник? О, нефть, ёпт! Слышь, ты, лошара ссаный. Не, ты что медь-то не увидел? Ой, медь, эту... Приемщики, подожди. Вот так вот, правильно будет или неправильно? Нужно строить на незаблокированных клетках. А, я же могу, подожди. Так вот.
Ага, вот оно что, ребята. Вот оно как делается. Все, нефть есть, все, погнали. Так, теперь тихо-тихо-тихо. А где дорога-то теперь у меня? А дорога вот теперь у меня вот здесь. Вот так, хорошо. Сейчас мы тогда сделаем вот так вот. И сделаем... Ой, как классно, смотри, как классно мы сделали. Тебе нравится? Мне нравится, очень хорошо. Очень хорошо. Так, теперь отсюда. Направление, выбрать направление. Склады нет, давай, значит, мы одно на государство, 180 клебок. Клебок, клебок. Второй магазин, какой магазин? Джеймс Принц, хостовары, нужно там? Или не нужно? Так, и сюда, окей, все, пока. Что такое? Следование... А, это я же сделал, да. А, тут что у нас? Стоимость содержания всех зданий снижена на 16 месяцев. Да, давай. Я участвую. Хорош. Хорош, хорош, хорош. Я не очень понимаю, короче, вот вот с этим говном. Потому что... Чё за... Чё? 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 Мы пока его снесем, потому что бабки нужны. И знаешь, что мы сейчас еще сделаем? Но мы крутимся около нули, ой, около нули. Ну, понятно, что когда мы делаем технологию или что-нибудь строим, мы в нулину будем. Это как бы все понятно. Очиститель воздуха. Очиститель воздуха может сделать. Открывает 3D для ферм перемычка фабрик. Так, 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 так. Может быть, поля и сборщики, да? Так, 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 очиститель воздуха закрыт. Ну да ладно, давай, очиститель воздуха 60 дней. Погнали на максимум. Работаем. Должны немножко в плюс выйти. Но нефть должна, по идее же, нам это давать бабосы, да? Ну вот, в принципе, какие-то бабосы мы имеем. Но, да, если посмотреть по... А сюда мне... А, но мне нужно изучать дорогу-то железную. А, я могу железную фигачить. Да ладно. Прикинь, я могу железную дорогу фигачить. А что у меня обзор производства? Давай посмотрим. Медь в плюсе, древесина в плюсе. Отлично. Нефть пока непонятно, да? Продукты с фермы тоже в плюсе, ёпти. И оливки в плюсе, и ягоды пока непонятно. Но это, видимо, они еще, короче, не... Ну, это хорошо. Мне очень нравится. То, что я в плюсе, это очень хорошо. Очиститель воздуха, но, наверное, где-то здесь нужно строить, да? Потому что... А это всего у меня, типа, общий баланс, а я все в минусе и в минусе. Что такое? Что он пишет? Склады заполнены. Так, а что вы не продаете? Подожди, вы продаете фермерский рынок и склад? Давай-ка мы фабрики. Пищекомбинат, да. Я не вожу. Пищекомбинат ни хера не делает. Ёпарный карась. Ты дурак, что ли? Я понял. Так, подожди. Очиститель воздуха тоже сделан, да? Ёб твою мать, хватит. Где? Что происходит? А, вот ты. Это ты кто? Ты овощ. Ты овощ, но овощ мало покупают, да? Здесь же есть. Да, вот давай туда возить. Так, а, подожди, я хотел же этот сделать. Загрязнение, очиститель воздуха. Скорее всего, чтобы, да, медь тут, наверное. Я не знаю, хотя... Подожди, а как... А, иди нах, короче. Что там, подожди. Склад заполнен. Опять? Ты куда-нибудь вообще что-нибудь возишь или нет? Пищекомбинат, фермерский рынок. Склад. На склад не надо возить. Фермерский рынок и пищекомбинат. Два раза в пищекомбинат можно? Давай два раза в пищекомбинат. Рекламная и маркетинговая кампания. За 2,67 нет, у меня нет денег, ребята, извиняйтесь. Нету денег. Заполнен до сих пор он, да? Плохо.
Плохо. А я больше направлений не могу выбрать, да? Да, не могу. Пищекомбинат два раза вожу и фермерский рынок, но... Какой склад? И ты тоже за... Опять, ёб твою налево. Не могу. Давай, знаешь что, со склада уберем и... Выберем, знаешь что, куда? Нет, давай в государство. Не знаю, правильно я делаю или нет, короче, забей. Пока так, пока так. В плюсе небольшом, мы в плюсе, уже в минусе, я понял, прикольно. Класс. Слушай, тут вообще бы я бы сделал... Ну, он не видишь, да, то заполнен, то не заполнен. Что я могу сделать? Здесь бы еще нужно сделать этот... очиститель. Да? Ну, ребят, ну хорош, хватит мне писать. А тут тоже заполнен. Я потому что не понимаю. А зачем мы возим? Я просто не понимаю, зачем мы возим на склад, если мы... На складе до хрена... А мы ни хрена... Ну, типа... Короче, я не понимаю этой игры немножко пока, ну ладно. Зачем? Почему нельзя с производства сразу возить? Почему на склад-то нужно возить? Losing money, maybe it's time to review the step you have and maybe think what product you're selling. You try to sell advanced. Короче, он говорит, что типа ты теряешь бабки, и давай-ка ты позадумаешься о том, что может быть поменять, типа, что чем ты занимаешься. Короче, нет, мы ничего не будем менять. Я не понимаю вот этой темы. И. Короче, реально. Come on, ладно. Типа, что происходит вообще? Да? Что это? А, идет. Типа, идет. А как я это сделал? А, я с помощью таба это сделал, да? Угу. Стоимость всех зданий снижена на 33%. А что это такое? Почему? Поле? Что? А что за пол? А! Ой, зачем я стоял? Мы со склада, потому что не отправляем направление. Мы не запросы, а направление-то. Мы же... Ну, короче... Ну да. Ладно, ребят, буду заканчивать эту первую серию по данной игре. Я, скорее всего, сделаю игру на стрим. Зафигачу, чтобы вы подсказывали мне, что нужно делать, потому что я сейчас пока ничего не понимаю, поэтому такие, короче, дела. Всем счастливо, всем пока, с вами был Шмыга.